Привет, дорогие друзья! Сегодня я познакомлю вас с совершенно удивительным напитком – иван-чаем от компании «Добрые традиции». Он известен не только своими лечебными свойствами, но и вкусовыми качествами. Иван-чай компании «Добрые традиции» собран и произведен в Республике Карелия, на берегу Ладожского озера, самого крупного озера Европы. Он доступен в таких милых эко-упаковках, которые герметично закрываются, и представительных стеклянных баночках. В интернет-магазине «Добрые традиции» вы можете найти огромное количество видов иван-чая – листовой, гранулированный, с различными добавками, а также варенье, мед, урбичи и многую другую продукцию для здорового образа жизни. А сейчас предлагаю попробовать простой гранулированный чай без цветочков под названием «Карельский» и с цветочками под названием «Домашний». Этот напиток для тех, кто хочет сначала узнать истинный вкус иван-чая и только потом приступить ко всем его разновидностям. Гранулированный иван-чай карельский сделан на грануляторе MIM-600. Он имеет глубокую степень ферментации, и именно поэтому его хватает на 3-5 дозавариваний, учитывая, что на стакан нужно всего лишь 1-2 чайные ложки заварки. Гранулированный иван-чай домашний сделан на том же самом профессиональном оборудовании, но уже с добавлением соцветий кипрея. В процессе заваривания они раскрываются белыми и сиреневыми цветочками и очень вкусно пахнут. У домашнего чая средняя степень ферментации, вкус умеренно крепкий, с нотками чернослива, а его крепости хватает на 2-4 дозаваривания. В бумажной упаковке чая несколько больше, чем в стеклянных баночках, и мне очень нравится эта герметичная упаковка. Завар янтарного, а чуть позже темно-дегтярного цвета. Я уверена, что после того, как вы попробуете классический иван-чай, вам обязательно захочется добавить в него что-нибудь еще.